Коллеги, доброе утро. Прошу дать обратную связь, есть ли звук, и поставить справа в чате плюсики, если все хорошо. Видеосвязь подключать не буду в связи с тем, что выбивает из вебинарной комнаты, и боюсь, что мы можем просто потеряться. Итак, сегодня у нас тема вебинара «Построение отдела тендерных продаж с нуля». Соответственно, сейчас я немножко расскажу о себе и предлагаю нам с вами познакомиться. Прошу вас в чате указать город и, соответственно, наименование организации. Плюсом также ответить, есть ли у вас сейчас действующий отдел тендерных продаж. О себе буквально в двух словах. Являюсь экспертом с непрерывной практикой по регламентированным закупкам, аккредитованным Минюстом в качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение независимой антикоррупционной экспертизы в соответствии с 172-м федеральным законом. Ну и, соответственно, также на данный момент свыше 60 публикаций в профильных изданиях, это госзакупки.ру, госзаказ в вопросах и ответах, про госзаказ РФ, ну и, соответственно, различные публикации в интернет-ресурсах. Также расскажу про нашу сегодняшнюю программу. Мы сегодня рассмотрим алгоритм тендерной продажи, настройку рассылки и параметры отбора закупок. Также обращу ваше внимание на особенности участия в закупочных процедурах и, соответственно, также алгоритмы построения отдела тендерных продаж. То есть мы прям пошагово посмотрим, как строится отдел тендерных продаж с нуля, ну и рассмотрим типовые ошибки при построении отдела тендерных продаж. Также по таймингу у нас на сегодня 90 минут. Соответственно, если успеем, я еще коснусь того, как провести аудит тендерного отдела в самостоятельном формате, то есть не прибегая к услугам специализированных организаций, которые берут баснословные деньги за проведение данного аудита. Ну и, соответственно, также оставим время на вопросы и ответы. Плюсом также хочу тоже коснуться такого организационного момента, что после завершения вебинара, соответственно, всем слушателям будет направлена видеозапись данного вебинара, и плюсом также продублирована в письме презентация и раздаточный материал в виде чек-листов. Соответственно, в чате вам почту не нужно оставлять, вся рассылка будет осуществлена по почтовым имейлам, которые были указаны при регистрации на вебинарной платформе. Соответственно, также немножко хочу рассказать про нашу электронную торговую площадку «Газпромбанк». Мы являемся дочерней компанией «Газпромбанка». Соответственно, у нас проходит организация закупочных процедур в рамках 223-го федерального закона и коммерческих закупок. Плюсом также у нас на торговой площадке зарегистрировано более 2000 заказчиков, ну и, соответственно, ежедневно торгуется свыше 4500 процедур. Плюсом также зарегистрировано более 300 тысяч поставщиков. Также хочу обратить внимание на функциональные возможности на нашей электронной торговой площадке «Газпромбанк». Есть разделение секций по 223-му федеральному закону и закупке коммерческих организаций, по 44-му федеральному закону, отдельно выделено капитальный ремонт по 615-му постановлению правительства и закупки твердых коммунальных отходов по 1133-му постановлению правительства, ну и, соответственно, реализация имущества по 178-му. Плюсом прошу обратить внимание на данный слайд в связи с тем, что здесь показана полностью экосистема электронной торговой площадки «Газпромбанк», сервисы, которые доступны как поставщикам, ну, так и, соответственно, заказчикам. Интересный момент, что у нас есть свой удостоверяющий центр для поставщиков, который выдает электронные подписи, ну и плюсом, соответственно, финансовый супермаркет, который облегчает работу при осуществлении тендерных продаж и, соответственно, уменьшает срок на получение обеспечительных мер.
По клиентам электронной торговой площадки с нами работают крупнейшие российские компании. Это «Газпром», «Паумечил», «Авиакомпания Россия», «Уралмашзавод», ну и многие другие. Соответственно, у нас на торговой площадке размещается свыше 60 регионов, и плюс им также зарегистрированы как федеральные заказчики, так и муниципальные. Хочу обратить ваше внимание на тарифную модель на электронной торговой площадке «Газпромбанк». В данном случае плата взимается только в случае победы во всех секциях, за исключением 223-го и коммерческих закупок. То есть здесь идет оплата в коммерческих закупках, это 7900. Но плюсом также хочу обратить внимание, что бесплатно и участие победа при начальной максимальной цене договора менее 100 тысяч в рамках 223 и 44 федерального закона у нас тарифы утверждены на законодательном уровне. По 223 федеральному закону это 1% от начальной максимальной цены договора, соответственно, не более 5000 для субъектов малого и среднего предпринимательства. Ну и, соответственно, 7900 в закупках, кроме субъектов малого и среднего предпринимательства. Ну и по 44-му это также 1% от начальной максимальной цены контракта. Также обращу внимание, что аккредитация бесплатна. Участие и сопровождение участников закупочных процедур также проходит на бесплатной основе. Итак, так, отлично. Москва, Екатеринбург, Томск. В основном, как я вижу по чату, у большинства слушателей отдела тендерных продаж нет. Поставьте плюсики, пожалуйста, в чате те, кто работают со специализированными организациями на аутсорсинге. Так, Москва, строительство, Челябинск, отдел тендерный есть. Итак, хочу с вами сейчас разобрать алгоритм тендерной продажи в связи с тем, что у многих организаций есть такая ошибка, что они не понимают алгоритм тендерной продажи и упускают какие-то моменты, которые впоследствии приводят их работу к очень большим рискам при осуществлении и выполнении контрактов и договоров. Первое, на что хочу обратить внимание, перед тем, как работать по тендерным продажам в той или иной нише, проанализируйте объем рынка по ранее объявленным тендерам. Соответственно, в данном случае, что необходимо сделать, это открыть единую информационную систему, перейти в раздел «Реестр заказов и закупок в рамках 44 и 223 федерального закона». Соответственно, далее в поисковой системе указывайте наименование товара, работы, услуги, которые вы можете поставить, либо выполнить работы, либо оказать услуги. Но здесь, соответственно, обращаю ваше внимание, что лучше всего смотреть на уже выполненные, ну, соответственно, размещенные, да, заказы. И плюсом также вы можете перейти в реестр контрактов и посмотреть уже выполненные контракты по своей тематике. Плюсом также есть специализированные сайты и программы, которые анализируют полностью заказчиков и анализируют нишу. То есть вы можете посмотреть, в какой нише какое падение по электронным закупкам, на какой процент идет, и в среднем спрогнозировать свое участие в закупочных процедурах. Опять-таки, если вы только начинаете свое участие в тендерах, то, соответственно, здесь я рекомендую начинать с запроса котировок в электронной форме и электронных аукционов с начальной максимальной ценой контракта либо ценой договора не более 500 тысяч рублей. Соответственно, как практика показывает, если на рынок выходят новички, то они в среднем берут в месяц от 5 до 10, точнее, подают от 5 до 10 заявок, берут в среднем 1-2 тендера. Но это в лучшем раскладе. Все зависит от того, как они осуществляют выборку.
Соответственно, здесь второй шаг – это запустить не менее 3 поисковых систем под ваши критерии отбора тендера. Соответственно, на электронной торговой площадке «Газпромбанк» слева есть настройка рассылки. Соответственно, вы можете использовать не только фильтры поисковые, да, вот как на данном слайде указано, где вы можете ввести ключевое слово и найти какой-либо тендер. Но и вот слева идет блок, где вы можете, соответственно, настроить рассылку по секции торгов, по кодам УКВ-2, УКПД-2, соответственно, по направлениям торгов, также по регионам. И плюсом также можно осуществить поиск по дате публикации, по типу торгов, по цене, ну и выставить параметры, допустим, без электронной подписи, без обеспечения, либо, соответственно, с авансированием, без авансирования. Также окончание приема заявок и сохранить данный фильтр и настроить соответствующую рассылку на электронную почту. Плюсом также вы можете забить несколько рассылок и настроить также на электронную почту, и тогда вы будете всегда в курсе тех торгов, которые проходят на электронной торговой площадке. Плюсом также хочу обратить внимание на такие секции, как интернет-магазины. Например, на ЭТП ГПБ это секция «Торговый портал». Здесь огромным преимуществом является то, что не требуется электронная подпись. Ну и, соответственно, идет упрощенная форма аккредитации, бесплатное участие в закупках и отсутствует блокировка на обеспечение заявки. Плюсом также идет оперативное уведомление о новых заказах, которые заказчик регистрируют на торговом портале. Плюсом хотела бы обратить внимание, что сейчас на данной секции активно получают заказы более 22 тысяч активных поставщиков, и по сделкам это более 70 тысяч сделок на сегодняшний день. По торговому порталу тоже хотела бы обратить внимание на бизнес-процесс. Справа на слайде указан именно бизнес-процесс для поставщика. То есть здесь непосредственно осуществляется регистрация. Регистрация займет у вас буквально пару минут. Форма идет упрощенная. Вам не нужно подгружать никакие документы, прикреплять электронную подпись и, соответственно, дожидаться срока аккредитации. Все это проходит в течение нескольких минут. Вы задаете логин, пароль и, соответственно, далее активируете свою учетную запись. Также вы загружаете позиции, которые вы готовы поставить, выполнить работы, либо оказать услуги, и, соответственно, можете предложить заказчику под его потребности. Дальше в автоматизированном режиме идет получение запроса со стороны заказчика и направление предложения личный кабинет должностного лица заказчика. Ну и, соответственно, далее уже идет заключение контракта в автоматизированном режиме через электронный документооборот. Контракт заключается в электронной форме. Соответственно, также сейчас у нас разработана новая опция в соответствующей секции. Это быстрый заказ, соответственно, новая возможность для поставщиков получить заказ в один клик. То есть здесь вы видите на слайде пример товара, чай черный листовой. Соответственно, здесь вы можете, нажав кнопку «Быстрый заказ», при этом в случае, если вы даже не зарегистрированный пользователь, получить возможность выбрать товар поставщика и затем быстро оставить заявку на приобретение данного товара. В данном случае идет запрос на электронную почту поставщику, что очень удобно со стороны заказчика, потому что он не заполняет каких-либо дополнительных полей и, соответственно, не регистрируется. То есть в данном случае опция «Быстрый заказ» дает дополнительную возможность поставщику на реализацию своих товаров, работы, услуг, и, соответственно, здесь поставщик
сам принимает решение связаться либо не связаться с потенциальным заказчиком. Здесь тоже обращу внимание, что данная опция доступна пока только до 20 июля. Соответственно, здесь вы можете просто в активном формате отслеживать те заказы, которые появляются на секции «Торговый портал». Но, соответственно, здесь, конечно, рекомендуется завести позиции в прайс-листе. Также справа в чате администратор нашей торговой площадки оставил ссылку на ресурс быстрого заказа, который вы можете пройти и, соответственно, попробовать уже данную возможность в самостоятельном формате. Итак, по алгоритму тендерной продажи через опцию «Быстрый заказ». Соответственно, в данном случае пользователь нажимает кнопку «Заказать» в один клик, заполняет форму с данными для запроса обратной связи без каких-либо согласований, подтверждений, активаций и иных опций. Ну и, соответственно, после отправки пользователям заказа, в данном случае поставщик получает письмо на электронную почту, где указаны детали заказа и уже напрямую связывается с заказчиком и, соответственно, обговаривает заключение данного контракта. Торговый портал создан, да, для малых закупочных процедур. Далее, что вам необходимо в рамках алгоритма тендерной продажи, это подготовить свою организацию для участия в тендерах. То есть это получить электронную подпись и осуществить настройку рабочего места. Здесь не забываем то, что в обязательном порядке вам нужно будет купить лицензию CryptoPro, соответственно, настроить рабочее место для работы на электронных торговых площадках. То есть установить драйвера и соответствующие настройки. Плюсом при получении электронной подписи в удостоверяющем центре вы выбираете тариф. Плюсом здесь прошу не забывать, что есть тарифы как государственные торговые площадки, да, это 8 федеральных торговых площадок, которые отобраны для участия в рамках 44-го федерального закона и 223-го федерального закона для субъектов малого и среднего предпринимательства. Плюсом также есть блок коммерческих торговых площадок, которых более сейчас 230. Соответственно, данным торговым площадкам, то есть коммерческим, присвоены АИДы. То есть в случае, когда вы получаете электронную подпись, и если у вас это коммерческая торговая площадка, то в данном случае при получении электронной подписи проверьте, чтобы АИД данной торговой площадки был у вас в тарифе. В случае, если он будет отсутствовать, вы не сможете осуществить аккредитацию на той торговой площадке, которую вы выбрали, да, к коммерческой торговой площадке, ну и, соответственно, принять участие. Поэтому здесь на первых порах, конечно, я для участников рекомендую выбирать государственный тариф и начинать свое участие с 44-го федерального закона, нарабатывая репутацию и нарабатывая навык упрощения тендерной продажи и, соответственно, постановки это все на поток. Плюсом наработки деловой репутации и сбор отзывов и благодарственных писем со стороны заказчиков. Также хочу обратить внимание, что некоторые удостоверяющие центры устанавливают запрет на копирование электронного сертификата, включая электронные подписи. Соответственно, в данном случае здесь рекомендую проговаривать, что не стоит устанавливать данный запрет на копирование, в связи с тем, что вы можете через CryptoPro скопировать сам сертификат закрытого ключа электронной подписи в реестр CryptoPro и, соответственно, дальше уже использовать электронную подпись без токена либо рутокена. То есть он у вас сохранится на компьютере и, соответственно, будет доступен в любом формате без носителя.
Следующим шагом пройти регистрацию в едином реестре участников закупок на сайте закупки.gov.ru. Ну и плюсом в дополнительных секциях электронных торговых площадок федерального значения. То есть, ну, что подразумевается под дополнительными секциями? Это, например, секция торгового портала по закупкам малого объема, например, секция международные закупки, где выступают поставщики нерезиденты Российской Федерации. Плюсом также дополнительные секции может относиться коммерческие закупочные процедуры, ну и так далее, доп. Секции, например, крупных корпораций. Далее также рекомендую установить на компьютер должностного лица программу «Независимый регистратор» и, соответственно, запускать соответствующую программу при осуществлении участия в тендерной, в торговой сессии на электронной торговой площадке и плюсом также при подаче заявки. Для того, чтобы вы потом могли упростить процесс подачи жалобы в контролирующий орган в случае, если у вас возникнут какие-либо технические неполадки, либо, соответственно, какие-то несостыковки при осуществлении юридических значимых действий, таких как подача заявки и, соответственно, подача ценового предложения в рамках торговой сессии. Следующим шагом рекомендую открыть специальный счет. Специальный счет нам потребуется для обеспечения заявок в рамках 44-го федерального закона и в рамках 223-го федерального закона для субъектов малого и среднего предпринимательства. Коммерческие секции, они взимают обеспечительные меры на торговую площадку. Соответственно, лицевой счет на торговой площадке открывается вам в момент регистрации, формируется интерфейс личного кабинета на электронной торговой площадке, присваивается номер лицевого счета и, соответственно, в автоматизированном режиме уже осуществляется допуск на секцию, которую вы выбираете в дополнительном формате. И, соответственно, далее вы уже переходите на полноценный интерфейс личного кабинета. Соответственно, также хотелось бы обратить внимание на особенности проведения закупочных процедур. В данном случае у нас вот в презентации не буду на этом останавливаться и заострять внимание на закупочных процедурах. Это особенности проведения торговых процедур в рамках 44-го федерального закона. Здесь на что хочу обратить ваше внимание? На обеспечение заявок, которое взимается на спецсчет. Соответственно, здесь по предельной цене контракта, которая установлена в извещении, вы можете отсмотреть достоверность указанного обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта. Плюсом применяются ли дополнительные требования по постановлению правительства 99-му, это в случае, если объект закупки является одним из объектов, по которым установлены дополнительные требования к поставщикам, подрядчикам, исполнителям, ну и, соответственно, отсмотреть срок подачи запроса на разъяснение положений закупочной документации. Здесь важный момент, что в случае, если вы увидели какие-либо несостыковки, неточности в техническом задании, в проекте контракта, направляйте запрос о разъяснении положений закупочной документации. В связи с тем, что далее при уже исполнении контракта либо договора вы не сможете скорректировать и, соответственно, изменить существенные условия контракта либо договора. Если там в коммерческих закупочных процедурах это возможно, то в рамках 44-го это будет очень проблематично. Ну и, соответственно, здесь обращаю ваше внимание, что учитывайте, что в заявке вы должны прописать страну происхождения товара, что по 44-му, что по 223-му федеральному закону. Если это коммерческие закупочные процедуры, то смотрите в положении о закупках и в положениях закупочной документации требования к составу заявки и к сведениям, которые должны содержаться в заявке. Объясню, почему я такое внимание обращаю на
как раз алгоритм тендерной продажи в связи с тем, что при формировании отдела тендерных продаж очень часто основной ошибкой является неподготовленность к участию в тендерах. То есть это отсутствие у организации электронной подписи, регистрации в ЕРУЗе, регистрации, допустим, в коммерческих секциях на электронных торговых площадках, отсутствие специального счета. Соответственно, все это может существенно затормозить ваш процесс участия в тендерах. Плюсом также, в случае, если к руководству отделом тендерных продаж приходит человек, который не понимает всю специфику проведения тендерной продажи, начиная, да, от каких-то подготовительных действий, как настройка рабочего места, получение электронной подписи, и до последнего это, соответственно, заключение контракта и уже исполнение контракта либо договора и осуществление приемки. И, соответственно, корректные мероприятия, которые выполняют совместно с заказчиком по приемке товаров, выполнению работ, оказанию услуг и соответствующих результатов. Соответственно, здесь тоже еще могу выделить такой момент, что как раз идет некачественный отсмотр выгрузок по объявленным тендерам, то есть здесь меняйте критерии выбора тендеров и плюсом отсматривайте тендеры более детально, то есть изучайте внимательно техническое задание, все приложения к контракту и договору и учитывайте, если у вашей организации отсутствует аккредитация в той или иной секции торговой площадки. Плюсом здесь обращу ваше внимание, что чем больше участий в закупочных процедурах, тем больше побед. Соответственно, ищите новые закупочные процедуры, пробуйте новые поисковые сервисы. Соответственно, здесь рекомендую, чтобы было настроено не менее 3 поисковых систем, которые вам направляют закупочные процедуры по вашим критериям. Плюсом также рекомендую настроить поисковые сервисы именно на электронной торговой площадке «Газпромбанк». И плюсом также заключайте контракты с малым объемом через электронный магазин, ну, как у нас это, да, торговый портал. Итак, если у вас есть вопросы, готовы ответить по алгоритму тендерной продажи. На торговом портале не нужна электронная подпись, соответственно, вы можете ее присоединить, у вас просто, ну, это все интегрируется и больше опций будет доступно. Но, соответственно, заказ вы можете получить без электронной подписи. По отчетности по торгам я коснусь этого момента уже после разбора алгоритма построения отдела тендерных продаж. Мы с вами поговорим о том, как ставить планы для выполнения менеджерами по тендерам. И, соответственно, также затронем момент отчетности по торговым процедурам. Более подробно о ключе токен. Расскажите, Татьяна, укажите, пожалуйста, что вас интересует в части ключа токен. Установка через CryptoPro, копирование или какие-то дополнительные возможности? Не совсем поняла вопрос. Какие поисковые системы использовать? На самом деле, Кристина, смотрите, в данном случае поисковых систем очень много. То есть вы можете выбрать для себя поисковые системы, которые, допустим, прикреплены к CRM-системам. То есть это Bittrex, там есть встроенная поисковая система, плюсом поисковые системы на электронных торговых площадках. То есть, как я вам показывала, да, вот поисковую систему на ЭТП ГПБ. То есть вы настраиваете этот поисковик, вводите адрес электронной почты, и, соответственно, далее в автоматизированном режиме вам приходит уже уведомление о новых торговых процедурах, которые объявлены по вашему там предмету закупки, либо, соответственно, под ваши критерии. В данном случае по настройке поисковых систем их очень много, поэтому, ну, рекламировать какую-то конкретную систему, здесь вы можете просто загуглить топ-5, топ-10 CRM-систем.
И, соответственно, через CRM-системы осуществить настройку поиска. Про CRM-систему мы тоже с вами сегодня поговорим, потому что это очень значимый момент именно для отдела тендерных продаж, внедрение и настройка CRM-системы. Так, информация, есть возможность получения записи вебинара для подробного изучения. Да, Сергей, как я вам сказала, всем слушателям данного вебинара будет направлена запись соответствующего вебинара, презентация и раздаточные материалы в течение 1-2 дней после завершения вебинара. Рассылка будет осуществлена на электронную почту, которая была указана при регистрации на данный вебинар. На каждой секции ЭТБ и КПП, да, нужно регистрироваться отдельно. Соответственно, автоматизированная регистрация у вас проходит через ЕРУС только на федеральные торговые площадки, которые распространяются для закупок по 44-му федеральному закону. В остальных дополнительных секциях на каждой торговой площадке, не только на ЭТБ и КПП, регистрация осуществляется отдельно. Смотрите, для MAC какую электронную подпись посоветуете? Здесь, соответственно, нет распределения под операционную систему. Электронная подпись выдается по определенному ГОСТу и делится на квалифицированную и неквалифицированную в соответствии с федеральным законом об электронной подписи. Соответственно, для участия в 44-м федеральном законе у нас выдается электронная подпись с пакетом «Государственные торги». И, соответственно, для коммерческих секций вы выбираете перечень торговых площадок и, соответственно, получаете уже электронную подпись с расширенным перечнем торговых площадок. Повторите, пожалуйста, про установку ключа, чтобы в дальнейшем использовать без носителя. Смотрите, вы запускаете программу CryptoPro CSP. Далее на вкладке «Сервис» у вас будет вкладка «Скопировать». Копируете ключ в реестр соответствующей программы CryptoPro и дополнительно устанавливаете уже скопированный ключ в реестр. И, соответственно, далее вы уже можете использовать сертификат ключа без носителя токена либо рутокена. Надеюсь, ответила на ваш вопрос в части копирования. Итак, возвращаемся к нашему алгоритму построения отдела тендерных продаж. Здесь, смотрите, хочу обратить ваше внимание на первый шаг. Это анализ рынка и выбор ниши. То есть, как мы с вами проговорили, перед тем, как осуществить построение тендерного отдела и начать участие в тендерных продажах, соответственно, вам необходимо проанализировать рынок. То есть средний процент снижения по вашей нише, посмотреть, какие товары, работы чаще всего закупаются со стороны заказчиков в вашем регионе, плюсом с какой начальной максимальной ценой контракта. Исходя из этого, вы выдергиваете ключевые значения для поиска соответствующих закупочных процедур. То есть вы для себя должны зафиксировать ключевые слова, ограничения по территориальному признаку по региону, плюсом также ограничения по начальной максимальной цене контракта либо договора, плюсом дополнительные коды ОКВ-2, ОКПД-2 для того, чтобы потом корректно забить критерии оценки в поисковой системе, ну и плюсом, соответственно, сроки осуществления закупочной процедуры. Здесь всегда обращайте внимание и ставьте галочку в поле «Прием заявок». То есть, соответственно, архивные закупки вы не смотрите, смотрите только те, по которым в данный момент можно подать заявку на электронные торговые площадки. Следующим основным моментом будет это выстраивание бизнес-процесса отдела тендерных продаж. То есть в данную структуру входит как раз разработка структуры отдела, разработка и внедрение должностных инструкций для ваших сотрудников. Далее разработка системы оплаты и мотивации сотрудников, ну и, соответственно, система планирования и система отчетности.
мы остановимся на каждом моменте более подробно. Плюсом также подготовка базовых возможностей для участия в тендерах – это, соответственно, то, что мы с вами проговорили, получение электронной подписи, настройка рабочего стола, заказ и, соответственно, оформление документов, которые необходимы для участия в тендерах, если это закупочные процедуры на коммерческих торговых площадках, аккредитация на торговых площадках и, соответственно, стройка рассылок. Далее это подбор и обучение сотрудников, которые смогут закрыть все ваши текущие должностные задачи. Ну и, соответственно, также основным шагом является внедрение CRM-системы. Сейчас CRM-систем очень много, именно которые распространяются на закупочные процедуры и вот, ну, именно специализирующиеся на тендерных продажах. Так, прошу дать обратную связь, есть ли звук, хорошо ли слышно. Поставьте, пожалуйста, в чате плюсики. Отлично, слышно хорошо. Итак, по CRM-системе здесь очень важен такой момент, чтобы у вас были подключены сотрудники, соответственно, также в рамках CRM-системы работал корректно поисковик, соответственно, через CRM-систему вы могли отслеживать поиск тендерных процедур, ставить соответствующую задачу на конкретного менеджера по подготовке, допустим, заявки на участие в закупочной процедуре, далее, соответственно, ставить перечисления обеспечительной меры на какое-то финансовое подразделение либо бухгалтерию, ну и, соответственно, распределять задачу по части уже приемки товара и, соответственно, исполнении контракта либо договора. То есть здесь важным моментом является распределение задач, постановка задач в рамках CRM-системы по конкретной закупочной процедуре. Итак, как создать и организовать работу отдела тендерных продаж? Да, мы помним, что у нас основным моментом является это формирование отдела. Здесь рекомендуем такую систему, как сформировать отдел из 2-3 сотрудников, допустим, либо дополнительной ставкой, либо включая руководителя отдела. Далее вы будете уже увеличивать план по тендерным продажам и функционал по каждому сотруднику. Соответственно, функционал у вас может дублироваться в зависимости от того, сколько тендеров вы планируете обрабатывать за, допустим, отчетный период, месяц или 2 недели, в зависимости от того, как вы это все у себя выстроите. Итак, оптимальной схемой организационной и функциональной структуры отдела является 1 руководитель отдела, 2 менеджера по тендерам и, соответственно, 1 помощник. Ну вот эта ставка 1 помощник, вы можете ее вводить, а можете на первых порах, то есть первый месяц-два, обходиться без помощника и, соответственно, дублировать этот функционал на 2 менеджеров по тендерам. Объясню, почему идет такая градация. Помощник отвечает за технические действия, на которые менеджеры по тендерам не отвлекаются. Соответственно, по руководителю отделу на данном слайде вы видите основной функционал. Это идет планирование тендерных продаж на конкретный отчетный период. Допустим, если вы выбираете отчетный период на месяц. Но здесь по планированию я, конечно, рекомендую еще также выставлять планирование на неделю по количеству заявок поданных на участие в закупочных процедурах для конкретного менеджера по тендерам. Ну и плюсом дальше не рекомендую устанавливать планирование по заключенным контрактам в связи с тем, что падение по контракту не зависит от менеджера по тендерам. То есть здесь решение принимает руководитель отдела либо собственник бизнеса, на какой процент снижаться и, соответственно, по маржинальности той либо иной тендерной продажи. Плюсом также следующий функционал – это отчетность и оценка эффективности работы каждого сотрудника по итогам отчетного периода. То есть, соответственно, вы сверяете плановые показатели и отчетные показатели. Также выводите эффективность работы каждого сотрудника и, соответственно, смотрите на процент
полученных денежных средств по итогам тендерной продажи. Плюсом также следующим моментом является мотивация сотрудников. То есть здесь у вас такая идет специфика, ну, наверное, очень приближенная к отделу продаж, что менеджеры по тендерам должны быть завязаны не только на окладе, но и на премиальной части, в зависимости от количества поданных заявок и количества выигранных контрактов. Соответственно, также контроль качества работы каждого сотрудника. Это касается и менеджеров по тендерам, и, соответственно, помощника. То есть в данном случае руководитель может осуществить точечную проверку, либо локальную проверку по одному, либо двум тендерам за отчетный период. То есть взять и изъять всю документацию, либо просмотреть через CRM-систему, и, соответственно, все это проконтролировать, отсмотреть качество работы, качество подготовки документов на конкретный тендер и, соответственно, сроки работы по каждому тендеру. А также контроль возврата обеспечительных платежей, то есть в данном случае идет перечисление обеспечения заявки на спецсчет либо в личный кабинет торговой площадки. Здесь, кстати, хочу обратить ваше внимание, что в коммерческих закупочных процедурах вам лучше всего выбирать те закупочные процедуры, где обеспечение заявки перечисляется на лицевой счет электронной торговой площадки. Не рекомендую выбирать коммерческие закупки, где обеспечительные платежи перечисляются напрямую на расчетный счет заказчика, в связи с тем, что потом это, как правило, идет очень большой срок на возврат данного обеспечительного платежа. Ну и, соответственно, также возврат обеспечения исполнения контрактов либо договора в случае, если вы предоставляли его в качестве перечисления денежных средств. Как рассчитываются планы по количеству участий и количеству выигрышей в месяц? Соответственно, в данном случае вы можете выставить систему в зависимости от вашей ниши. То есть, допустим, по менеджерам количество отобранных закупочных процедур, например, 10 закупочных процедур отобрано, просчитана маржинальность по 10 закупочным процедурам, и, соответственно, на подготовку и подачу заявок направлено 5 заявок, по которым получено 5 допусков и, допустим, выигран один контракт, либо один договор. И по итогам уже месяца вы также выставляете итог по мониторингу, итог по заявкам, которые допущены, и итог по тем закупочным процедурам, по которым вы заключили контракт. Соответственно, как я уже говорила, выставлять план по заключению контрактов нецелесообразно, так как процент снижения определяется руководящим составом организации. В данном случае, Екатерина, такой момент, что чем больше у вас участий, тем больше у вас будет побед. То есть здесь своего рода вам нужно сформировать воронку тендерных продаж, это по аналогии с воронкой продаж, да, которая у вас работает на рынке B2B. Соответственно, также здесь я рекомендую для эффективности работы менеджеров по тендерам по итогам каждого месяца отслеживать количество тендеров, в которых организация приняла участие, количество выигранных тендеров и средний процент снижения по всем тендерам за месяц. Также обращаю ваше внимание на этап планирования отчетности. То есть здесь желательно вести как раз общий реестр по тендерным продажам, где вы будете отображать там номер извещения, предмет контракта, начальную максимальную цену контракта либо договора, сроки по закупочной процедуре, цену заключенного контракта и процент снижения, и также сведения о тендерном менеджере, который ведет данный тендер. И если контракт не выигран, то следует отображать реквизиты победителя и в обязательном порядке ННН. В будущем это вам поможет провести анализ конкурентов, посмотреть, насколько сбрасывают цену конкуренты, и, соответственно, уже подготовиться к следующим тендером конкретного заказчика, уже учитывая тех, кто ранее исполнял данный контракт.
как вести по воронке продаж тендер, какие этапы указать, если заявку не подавали, но тендер просматривали. Нет, если вы заявку не подавали, но просматривали тендер, в данном случае воронки продаж, она не он не фиксируется. То есть воронки продаж у вас фиксируются. Просчет тендеров на маржинальность, это первая ступень является. Вторая ступень – это выбор тендеров на участие и подготовка заявок, и подача заявок. И, соответственно, третья ступень уже является заключение контракта, либо договором. То есть фактически по этим трем ступеням вы отслеживаете процент по конверсии тендерных продаж. Итак, вернемся к организации работы отдела тендерных продаж по функционалу первого и второго менеджера. Смотрите, хочу обратить ваше внимание на то, что по первому менеджеру мы встраиваем такую должностную опцию, как мониторинг государственных тендеров по 44-му федеральному закону через электронные торговые площадки, через ЕИС, специализированные сайты и программы и так далее. Также отбор закупок для участия и расчет максимального снижения по цене. Обращаю внимание, по первому менеджеру по тендерам это 44-й федеральный закон, по второму менеджеру по тендерам это 223-й федеральный закон и, соответственно, расчет маржинальности по закупкам коммерческих тендеров. Соответственно, здесь в связи с тем, что специфика закона разная, особенности участия в закупочных процедурах разные, то здесь, конечно, рекомендуется разделять. Отдельно менеджер занимается закупками в рамках 44-го федерального закона и отдельно в рамках 223-го. 223-й федеральный закон более трудоемкий для подготовки заявок и, соответственно, подачи заявок, в связи с тем, что у каждого заказчика разные требования к заявкам. Плюсом, соответственно, основным блоком является это подача заявок и участие в тендерах либо торговых сессиях на электронных торговых площадках. Также хочу обратить внимание на контроль качества подготовки заявки. Вот здесь в данном случае контроль подготовки заявки в части качественного показателя рекомендую сделать перекрестным. То есть менеджер номер два проверяет за менеджером номер один до момента приема заявок, то есть до момента приема, до момента подачи заявки. И, соответственно, выявляет те ошибки, которые не соответствуют тендерной документации. И, соответственно, менеджер первый, допустим, переделывает, либо фиксирует какие-либо несостыковки, которые указал менеджер, проверяющий за ним. Также формирование отчетности, в зависимости от того, какая будет установлена в организации, отстаивание прав и интересов в контролирующих органах в случае, если вас неправомерно отклонили, либо не допустили к участию в тендере, ну и контроль работы помощника. Здесь хочу обратить внимание, что помощник менеджера, как правило, выполняет больше такую техническую роль, то есть формирует пакет документов для заявки в случае, если это бумажный формат, заверяет копии, если это установлено в закупочной документации, сшивает в общий том заявки, нумерует страницы, оформляет конверт, проверяет заявку, подготовленную тендер-менеджером, и, соответственно, также формирует, допустим, электронный пакет документов для подачи заявки, то есть основного формата. Это учредительные документы, обновление документов, обновление доверенностей, подтверждение полномочий соответствующих должностных лиц и прочих документов. Также осуществляет доставку, регистрацию жалобы в канцелярию контролирующего органа, либо, соответственно, подает жалобу через электронный ресурс Федеральной антимонопольной службы. Также проходит аккредитацию и регистрацию на торговых площадках и дополнительных сервисах, осуществляет обновление документов на электронной торговой площадке уже в интерфейсе личного кабинета торговой площадки,
осуществляет настройку рабочего места под участие в тендерах в электронной форме. Соответственно, это настройка всех браузеров, установка драйверов, установка электронной подписи через CryptoPro, ну и прочие технические действия. Также можно на помощника по тендерам возложить обязанность отыгрывания аукционов на торговых площадках с указанием максимального снижения и, соответственно, оформление и заполнение отчета по отделу. Также заполнение спецификаций и проверка проектов контрактов, которые поступили у вас в личный кабинет электронной торговой площадки, заключаемых в электронной форме. Что в данном случае подразумевается? Это правильность указания банковских реквизитов в проекте договора, правильность указания наименования организации и, соответственно, также указание цены контракта в соответствии с протоколом закупочной процедуры, ну и, соответственно, сходится ли с ценовым предложением цена контракта, плюсом также верно ли указана система налогообложения, то есть это с НДС, без НДС, указание цены контракта. Также здесь хочу обратить внимание, что по итогам отчетного периода в обязательном порядке должен быть проведен сбор всех данных, проанализирована отчетность по выполнению сотрудниками плана и плюсом, соответственно, также рассчитана эффективность работы каждого менеджера по тендерам. То есть здесь важным моментом является планирование и отчетность закупочных процедур. В данном случае, как я уже говорила, по эффективности работы менеджера здесь идет рекомендация отслеживать количество тендеров, в которых организация приняла участие, количество выигранных тендеров, ну и, конечно же, средний процент снижения. Здесь еще раз обращаю внимание, что вам следует вести общий реестр по тендерным продажам. Еще раз коснусь того, что рекомендую использовать CRM-систему для фиксирования как раз тендерных продаж в связи с тем, что у вас в CRM-системе будет видно количество отобранных закупочных процедур, плюсом также будет прописано, кто выполнял конкретную задачу, там, допустим, по подготовке заявки, кто отслеживал подписание проекта контракта, кто отвечал за предоставление обеспечительной меры. Здесь еще, кстати, обращу внимание, что стоит отслеживать применение антидемпинговых мер. То есть каждый участник, победитель закупки, отслеживает это в самостоятельном порядке. В рамках 44-го федерального закона это порог 25%, и тех, кто спустился ниже, соответственно, они предоставляют повышенное обеспечение, либо, соответственно, три контракта, да, которые у нас зафиксированы в единой информационной системе в реестре контрактов. Либо, соответственно, если 223-й федеральный закон, там как раз порог по антидемпинговым мерам может быть разный. Это может быть и 25%, и 30%, и 35%. Здесь нужно отслеживать как раз тендерную документацию и обращать внимание на этот момент. Также в случае, если у вас контракт не выигран, то вы тоже фиксируете соответствующие реквизиты и ИНН победителя, соответствующие отчетности, смотрите анализ конкурентов и смотрите также анализ заказчиков, с которым, соответственно, заключился этот победитель. Так, вопрос поступил. Это все применимо к тендерам по федеральному закону. Посмотреть можно все итоги по закупкам, но практически не применимо к коммерческим тендерам, так как чаще они подводятся итоги официальные, могут скрыть все данные. Не всегда. Здесь такой момент, что коммерческие тендеры, они могут, допустим, выставляться через торговую площадку с ограничением по цене, то есть, допустим, все участники могут видеть цену контракта, предлагаемую в рамках тендера, либо, соответственно, могут скрыть наименование участников, либо могут скрыть цену. То есть здесь тоже разные идут опции в коммерческих закупках. Опять-таки, нужно обращать на
документацию, свое внимание на то, как это все указано именно в документации и на бизнес-процесс проведения тендера. Соответственно, например, в рамках 223 федерального закона для субъектов малого и среднего предпринимательства, то есть также идет подача заявок обезлично, хотя это фактически идет секция закупок для отдельных юридических лиц, которые урегулированы в рамках 223 федерального закона. Соответственно, в протоколах единственное, что они могут скрыть наименование организации и указать просто, ну, как бы идентификационные номера при подаче заявки. Например, это действует, делают крупные корпорации, которые в своих протоколах указывают, допустим, номера заявок, которые поступили на электронную торговую площадку, и уже указывают итоговые форматы по заключению договора. Наша компания в 90% участвует в коммерческих тендерах. Вот я и хочу разобраться, как в таком случае оценивать работу менеджера. Ну, соответственно, здесь, Екатерина, прошу тоже указать, ставите ли вы какой-то план для выполнения как раз тендер-менеджером, и, соответственно, собираете ли вы какую-либо отчетность. Да, Карина, все верно, сейчас в протоколах не все заказчики отображают наименование участников. Некоторые отображают номера, некоторые указывают наименование организации. Все зависит от уровня заказчика и, соответственно, от его положения в закупках. В случае, если по данным закупочным процедурам не указаны наименования победителей, то, соответственно, анализ полностью провести по конкурентам. Пишите, что невозможно, но у вас же есть реестр договоров, где по данной закупочной процедуре фиксируется, с кем был заключен договор. То есть наименование победителя будет зафиксировано ИНН и предоставлен скан договора, либо договор в электронной форме. Поэтому в данном случае вы смотрите не на протокол, который размещен в единой информационной системе, а на реестр договоров. Ну, смотрите, Анастасия, участвуем часто в коммерческих, обычно просим прислать письмо с итогами, хотя бы минимальную информацию. Смотрите, Анастасия, в данном случае, да, у вас есть право в рамках 223 федерального закона подать запрос на разъяснение результатов закупочной процедуры, но, опять-таки, не все заказчики могут, ну, точнее, обязаны указывать в данном ответе на запрос информацию об участников закупок. То есть в данном случае вы можете попросить разъяснить, почему там конкретный балл присвоен именно вам, почему конкретный балл присвоен другим контрагентам, либо контрагенту, который выиграл в закупочной процедуре. Поэтому здесь, ну, конечно, вы можете воспользоваться соответствующим правом на запрос по разъяснению итогов закупочной процедуры, но опять-таки, если вы видите какие-либо несостыковки, либо вы видите, что решение принято неправомерно, то, соответственно, направляете сначала запрос на разъяснение результатов закупочной процедуры. Плюсом также в рамках 223-го есть комитеты, которые работают как контролирующие органы. Например, в крупных корпорациях это могут быть какие-то арбитражные комитеты, комиссия, которая будет рассматривать нарушения по закупочным процедурам. То есть вы можете направить жалобу туда, ну и плюсом в контролирующий орган, это Федеральную антимонопольную службу. Либо уже, соответственно, после того, как рассмотрит эта комиссия заказчика, уже направить в контролирующий орган. Если участник на 50% снизил цену, участвуя в тендере по 223 федеральному закону, как быть другим участником? Смотрите, Татьяна, здесь, ну, спрогнозировать очень сложно. Вопрос в том,
Когда вы подаете заявку на участие в закупочной процедуре, вы соглашаетесь со всеми требованиями, которые указаны в закупочной документации. И, соответственно, вы для себя рассчитываете минимальный процент, да, снижения по данной закупочной процедуре и максимальный процент снижения, допустим, когда вы уйдете по данному контракту либо договору в ноль. Но здесь, как правило, некоторые участники берут объемом, то есть, допустим, подаются на 10 контрактов, какие-то забирают по начальной максимальной цене контракта либо цене договора, и часть, по которым, если там снижаются на 50%, то другим контрактам, которые взят по начальной цене, перебивают вот эту разницу. И, соответственно, невыгодность того либо иного контракта. Некоторые выполняют контракты либо договоры для установления контакта с заказчиком и в последующем уже заключают контракты напрямую с заказчиком через интернет-магазины, через торговые порталы, либо напрямую через закупки у единственного поставщика, там, допустим, в рамках 223 федерального закона. Здесь вы через аналитические сервисы можете предположить примерное снижение по закупочной процедуре, но вы никогда не спрогнозируете точно, насколько упадет тот или иной участник. Бывают и серые схемы в тендерах, да, как многие знают, что выходит несколько участников, начинают снижаться по максимальному моменту, то есть бывает снижение доходит и до 90%, и дальше уже их отклоняют по вторым частям. И, соответственно, ну, они параллельно требуют какое-то вознаграждение для того, чтобы отступиться от снижения по данному тендеру от других участников. Но это опять-таки такие очень серые схемы, в которых я вам не рекомендую участвовать, и, соответственно, здесь еще бы я вам порекомендовала настроить поиск по несостоявшимся процедурам и отслеживать их повторное размещение. В данном случае у вас есть шанс взять закупочные процедуры по начальной максимальной цене договора. В каких случаях заказчик имеет право не размещать договор по итогам и информацию о победителе? В данном случае, если у нас это установлено законодательством, то есть это коммерческая тайна, либо это государственная тайна, то в данном случае не размещается закупочная процедура и не размещается договор и информация о победителе. Это все идет в закрытом формате. Но, как правило, по остальным закупочным процедурам вы можете отсмотреть это 44-й, это реестр контрактов на закупке gov.ru, и, соответственно, также 223-й федеральный закон, это реестр договоров на закупке gov.ru, только секция 223. Итак, вернемся к оценке эффективности работы менеджером. Также прошу обратить внимание, что вы выставляете норму по выполнению плана в отношении конкретного менеджера на каждый день либо неделю. И выставляете план по заключению контрактов в случае, если у вас, допустим, идет по начальной максимальной цене контракта, то есть вы отслеживаете этот момент. А по остальным закупочным процедурам план по заключению контрактов здесь не рекомендую выставлять в связи с тем, что, опять-таки, снижение определяется руководящим составом. И по помощнику тоже план на тендерные продажи выставлять не рекомендую в связи с тем, что он выполняет больше техническую функцию и функцию поддерживания работы тендер-менеджера. Здесь вы можете установить какую-то степень мотивации в зависимости от того, какие, допустим, ошибки он найдет в заявках тендер-менеджера. По типовым ошибкам при построении отдела тендерных продаж, это когда менеджеры работают хаотично, без установленного плана на месяц и системы отчетности. Также отсутствует контроль качества менеджеров, то есть, соответственно, те заявки, которые они готовят, за ними не проверяются, и, соответственно, идет недопуск заявок к участию в тендере. Плюсом, когда пропускаются даты окончания подачи заявок и несвоевременно вносятся обеспечительные платежи.
плюсом, когда идет неподготовленность к участию в тендерах. То есть это те моменты, которые мешают вам качественно участвовать в тендерах. Плюсом также здесь вот я хотела бы вам выделить основной момент, это некачественный отсмотр выгрузок по объявленным тендерам. Почему я говорю, что отдавать на аутсорсинг там рекомендую только первые месяцы, то есть 1-2 месяца отдавать тендерные продажи на аутсорсинг в связи с тем, чтобы у вас просто поддержали участие в тендерах на момент, когда вы аккредитовываетесь в дополнительных секциях, готовите как раз к участию в тендерах пласт, готовите систему мотивации, набираете менеджеров и, соответственно, готовите систему отчетности. Плюсом также осуществление выгрузок по объявленным тендерам настраивайте через всевозможные поисковики с возможностью уведомления на электронную почту. И также в данном моменте еще тоже хотела сказать, что здесь очень важно установить и внедрить CRM-систему, плюсом также установить мотивационную систему оплаты труда для тендер-менеджеров и как результат сделать, допустим, какое-то снижение за невыполнение плана, несвоевременную сдачу отчетности, некачественно выполненную работу. То есть это то, что говорила, да, недопуск заявок, пропуск дат по закупочным процедурам и несвоевременное внесение обеспечительных платежей. Плюсом в данном случае мотивационная система руководителя отдела тендерных продаж и менеджеров должна быть взаимосвязана. В случае, если будет каждый работать сам по себе и, соответственно, руководитель отсматривать свои показатели, тендер-менеджеры свои и так далее, ни к чему хорошему это не приведет. Мотивационная система оплаты труда руководителя и менеджера должна быть взаимосвязана. Плюсом также, если отсутствует система обучения тендер-менеджеров. Здесь очень важный момент в связи с тем, что у нас законодательство по 44-му федеральному закону, по 223-му федеральному закону постоянно обновляется, и, соответственно, очень много моментов, которые влияют на подготовку заявки и, соответственно, на качество участия в закупочной процедуре, то здесь очень важно периодически выделять время на обучение тендер-менеджеров. Здесь хочу тоже обратить ваше внимание и попросить модераторов отправить ссылку на вкладку «Обучение». У нас на электронной торговой площадке «Газпромбанк» есть вкладка «Обучение», где находится актуальный список вебинаров. Соответственно, по данным вебинарам вы можете посмотреть и зарегистрироваться на те вебинары, которые планируются для проведения, и, соответственно, на те, которые уже прошли и находятся в архиве наших вебинаров. Вебинары проходят на бесплатной основе, вы можете также воспользоваться фактически прямому доступу эксперту и задать все вопросы, которые вас интересуют по той или иной тематике. Либо, соответственно, тендер-менеджеры могут уточнить какие-то моменты, либо проблемные ситуации при подготовке и подаче заявок, как в рамках 44-го, так и 223-го федерального закона. Итак, коллеги, еще хотела бы сделать такой акцент на методах увеличения тендерных продаж. Это, конечно же, повышение образованности менеджеров, да, и отслеживание изменений в законодательстве. Плюсом я рекомендую также подписаться на все рассылки и пуш-уведомления от etp.gpb.ru. Соответственно, в данном случае также идет объективное распределение рабочей нагрузки при планировании и постановке приоритетности задач. Здесь, конечно же, рекомендую все-таки установить и внедрить CRM-систему для работы отдела тендерных продаж.
Плюсом это мотивационная система оплаты труда, которая установлена на взаимосвязи руководителя отдела и тендер-менеджеров. Также систематизированный контроль показателей отчетности. И в данном случае вы можете показатели отчетности и показатели планирования варьировать в зависимости от ситуации на рынке и от сезонности поставки товара, оказания услуг, либо выполнения работ. Также тестирование различных критериев для мониторинга и отбора тендеров через торговые площадки, через поисковые системы, ну и, соответственно, также регистрация и использование интернет-магазинов. В данном случае то, что я вам рассказывала, это торговый портал. Итак, еще тоже хотела сделать такой акцент. Извините, у меня здесь фактически идут строительные работы, поэтому если звук будет пропадать, вы, пожалуйста, пишите в чат, я увижу и перезагружу вебинарную комнату. Ну, к сожалению, вот ничего с этим сделать нельзя. По аудиту тендерного отдела, у кого он уже существует, здесь я рекомендую все-таки систему эффективности выстраивать из следующих блоков. Это структура отдела, планирование, то есть вы можете также спланировать норму часов на подготовку одной заявки, это если 44-й федеральный закон, потому что там упрощенная форма, ну и плановую норму на месяц на сотрудника, исходя из, допустим, работы в течение 1-2 месяцев. То есть здесь тоже такой момент, что в первый месяц у вас сотрудники будут работать на статистику, то есть вы им не устанавливаете систему отчетности, не устанавливаете систему планирования. На втором месяце вы делаете анализ первого месяца и устанавливаете уже минимальные плановые показатели, и далее уже собираете отчетность. На третий месяц вы корректируете, то есть фактически у вас вся система по построению отдела тендерных продаж должна занять не больше 3 месяцев. То есть за три месяца вы устанавливаете систему планирования, систему отчетности, систему мотивации оплаты труда и уже градацию по функциональным возможностям. Далее, здесь тоже такой момент, что можно еще указать взаимодействие с заказчиками, то есть на этапе исполнения контракта либо исполнения договора, и предусмотреть дополнительную мотивацию сотрудников за заключение контрактов либо договоров с заказчиками как с единственными поставщиками. Ну и плюсом, конечно, контроль качества, оценки маржинальности проекта. То есть сейчас, вот, кстати, я даже на рынке видела, что поставщики нанимают просчетчиков тендеров, то есть это такая новая вакансия, как просчетчик тендеров. Но, как правило, здесь корректно посчитать маржинальность тендера может только тот технический специалист, который у вас работает с прайс-листами. То есть здесь вы можете подключать менеджеров по продажам, которые знают технологическую составляющую вашего оборудования, либо вашего товара, либо ваших работ, которые вы выполняете, и, соответственно, дополнительно просчитывать маржинальность тендеров. Либо вы можете, соответственно, отдельно посадить человека, который будет просчитывать маржинальность и, соответственно, также просчитывать процент снижения по конкретному тендеру, который допустим для вас и который не приведет вас к каким-то убыткам и, соответственно, незапланированным рискам. По аудиту тендерного отдела, соответственно, здесь основной акцент является на выявлении слабых мест и как раз просмотра коэффициента эффективности работы каждого сотрудника и отдела, ну и плюсом процент по увеличению плана в части количества заключаемых контрактов и, соответственно, по воронке тендерных продаж и по увеличению прибыли в прогрессивном порядке. Но здесь, безусловно, является основной целью исключить хаос и проверить правильность построения бизнес-процессов. Плюсом
когда вы вводите, например, CRM-систему, то, как показывает практика, увеличивается доходность у многих организаций. И, соответственно, после также внедрения контрольных мероприятий, когда, там, допустим, помощник менеджера проверяет за менеджером подготовку заявок и исключает как раз риск недопуска. Также аудит можно выделить, это на оценку эффективности работы, процедура выявления слабых мест и контроль качества исполнения контракта и далее уже работа над ошибками. То есть у вас здесь также будет еще и затронут отдел, который отвечает за исполнение контрактов. Соответственно, здесь еще тоже хотела бы у вас уточнить, поставьте, пожалуйста, в чате плюсики, у кого внедрена CRM-система в отделе тендерных продаж. Отсутствую, да? Владимир, есть? Ну, смотрите, фактически CRM-система просто у нас является таким агрегатором, который помогает вам все контролировать со стороны руководства. И, соответственно, когда вы внедряете CRM-систему, вы можете проверить выполнение задач, увидеть задвоение задач, увидеть просрочку и невыполнение со стороны сотрудников. И, соответственно, также выгрузить всю статистику, при этом выгрузить все даты по тендерам и не пропустить ни одну дату, когда вам необходимо выполнить какие-то юридически значимые действия и держать под контролем тендер-менеджеров и, соответственно, также менеджеров, которые там отвечают за, допустим, перечисление обеспечительных мер. Соответственно, через CRM-систему можно также оценить эффективность исполнения задач. У вас это все будет в автоматизированном режиме высвечиваться. Также через CRM-систему составляется воронка тендерных продаж. Вы можете выбрать, там, допустим, отчетный период месяц, квартал, год, и, соответственно, увидеть всю статистику показателей на сезонность, проанализировать причину отклонения заявок, просрочек и подписания юридически значимых документов. И, соответственно, важным моментом являются изменения критериев для поиска тендеров. Здесь пробуйте новые критерии, новые программные продукты по поиску тендеров. Это для вас составит более качественный мониторинг закупок. Ну и, конечно же, отсматривайте статистику по регионам и по заказчикам. Также проводится ли корпоративное обучение у вас в отделе. Здесь такой момент, что вы можете вводить систематическое тестирование для сотрудников на знание норм действующего законодательства, либо, соответственно, на знание каких-либо специализированных программ, либо моментов. Также по системе мотивации. Такой момент, что вы можете установить, допустим, 60% либо 40% окладную часть, и дальше, соответственно, 40 либо 60% уже привязать к плановым показателям и, соответственно, к тем показателям эффективности, да, по итогам отчетного периода, который тендер-менеджер выполняет. И, соответственно, распределить также процент за заключение контрактов там, с единственным поставщиком и плюсом также привязать к проценту, допустим, снижения на электронных закупках. То есть тоже такое возможно. Еще прошу в чате вот справа поставить плюсики, были ли у вас такие ситуации, когда к моменту исполнения контракта вы понимаете, что не можете поставить товар, выполнить работы, либо оказать услуги. И, соответственно, насколько часто у вас такие моменты встречаются? Плюсики, почти у всех были такие моменты. Здесь, смотрите, здесь что вам необходимо сделать, это усилить проверку расчета за специалистом при оценке маржинальности тендера.
То есть, когда вы принимаете решение по выходу на тендер, перепроверяйте расчет менеджера, который занимается как раз просчетом маржинальности проекта. В связи с тем, что, да, если вы уже подаетесь на тендер, то соглашаетесь со всеми условиями, а если еще и подаете ценовое предложение, самое низкое, то, соответственно, вы обязаны уже заключить договор либо контракт, и если вы не заключаетесь, то вы попадаете в реестр недобросовестных поставщиков, которые в последующем выбивают вас из участия на 2 года. То есть это тоже такой важный момент, ну и плюсом портит репутацию вашей компании. Также моментом является ключевым при исполнении контракта либо договора, если вы не можете выполнить контракт, то выходите напрямую на руководителя заказчика. Здесь есть шанс, конечно, договориться и расторгнуться по обоюдному соглашению сторон. Но если заказчик, конечно же, не согласен, то здесь уже вы как-то стараетесь выкрутиться и исполнить соответствующий контракт. Итак, по рекомендациям в части минимизации затрат на участие в тендерах, здесь, конечно же, хочу обратить ваше внимание на подготовку заблаговременную документов, то есть это заказ документов из налоговой, сбор соответствующих репутационных документов, ну и, конечно же, исключить просрочку по подписанию юридически значимых документов. Сейчас на электронной торговой площадке «Газпромбанк» введен календарь событий, соответственно, через который вы можете отслеживать все сроки, регламентированные в рамках закупочной процедуры. Календарь встроен в интерфейс электронной торговой площадки. И плюсом также вы можете еще оптимизировать свои затраты и найти фрилансера по тендерам, который будет готовить, допустим, дополнительный объем заявок, либо проверять заявки на особо важные тендеры. То есть здесь у вас не только будет двухступенчатая, да, проверка заявок, но и, соответственно, за тендер-менеджером проверяет менеджер, помощник данного менеджера, ну и плюсом фрилансер, который, допустим, получает оплату за проверку определенного количества тендеров. Здесь вам это позволит увеличить объем по тендерам, на которые вы заявляетесь, ну и, конечно, контролировать качество работы штатных сотрудников при высокой производственной загруженности, особенно в момент сезонности. Ну и также в случае, если сумма под обеспечение исполнения контракта больше и сроки выдачи банковской гарантии банком также выше сроков на подписание контракта, то здесь, конечно же, рекомендуем одобрить предварительный лимит по банковским гарантиям. И уже при последующем, так скажем, обращении в конкретный банк, вам уже банковская гарантия будет выдаваться под одобренный предварительный лимит по банковской гарантии буквально за несколько часов. Плюсом также здесь рекомендуется исключить просрочку по договором, четко отслеживать все сроки, особенно сроки на приемку, оформление результатов и в том числе на претензионную работу в случае, если со стороны заказчика наблюдаются какие-то недобросовестные действия в части, допустим, оттягивания момента приемки, либо, соответственно, подписания итоговых документов, либо какие-то еще действия, которые затягивают у вас сроки в рамках договора. Также оформляйте банковскую гарантию либо там тендерный займ через электронную торговую площадку. То есть у нас на электронной торговой площадке есть финансовый супермаркет, который является агрегатором услуг и сервисов, необходимых для участия в торгах, через который вы можете подать заявку в режиме онлайн, предоставить все документы, вам тут же все одобрят и пришлют на электронную почту. То есть фактически от вас не требуется личного посещения офиса и предоставления документов.
Плюсом здесь, конечно, еще тоже таким моментом является реагирование на замечания заказчика при исполнении договора. То есть не допускайте возникновения конфликтных ситуаций со стороны должностных лиц заказчика, также фиксируйте все устные договоренности, всю переписку, дублируйте факсимильно, если вы о чем-то договариваетесь, либо также направляете уведомления на почтовый и юридический адрес заказчика. Ну и, соответственно, здесь тоже основным моментом является не подписывайте акты с пустой датой. Ну, то есть фактически рамочные акты в связи с тем, что у вас оплата поставленного товара, оказанных услуг, либо выполняемых работ непосредственно идет от факта подписания соответствующего акта. Итак, на данном слайде еще предоставлен топ-5 возможностей для участников закупок на электронной торговой площадке «Газпромбанк». То, что я вам рассказывала по прямому доступу к закупкам крупнейших заказчиков торгового портала. Модератора прошу сбросить ссылку на торговый портал. Соответственно, сейчас идет акция по заведению прайс-лист уникальных торговых позиций, то есть вы можете воспользоваться и завести на бесплатной основе, соответственно, далее у вас они будут аккумулироваться в системе и, соответственно, входить во все справочники. Плюсом также идет маркетинговое и аналитическое сопровождение со стороны торговой площадки, то есть здесь идет не только настройка в рамках личного кабинета, либо интерфейса торговой площадки, да, по рассылке о публикации закупочных процедур. То есть здесь еще влияет и кликабельность закупок, то есть те процедуры, которые вы смотрели, по ним также осуществляется отбор и, соответственно, информирование вас о публикации закупочных процедур. Также финансовый супермаркет, ссылка у вас появилась в чате, вы можете пройти и посмотреть по сервисам, которые, соответственно, у нас введены в финансовом супермаркете и облегчат вам работу по тендерным процедурам. Плюсом также сервис банковского сопровождения, инвест-витрина, ну и, соответственно, также методологическая поддержка участников закупок. Здесь еще раз обращаю внимание на вкладку обучения на etpgpb.ru и круглосуточную консультационную поддержку 24/7. Соответственно, вы можете набрать номер технической поддержки, он указан на слайде. И, соответственно, также вы можете на электронную почту направить вопросы, которые вас интересуют. И в случае, если у вас были какие-либо технические неполадки, либо технические сложности, то вы также можете направлять соответствующими скринами всю информацию. Так, вопрос поступил. С победителем тендера был заключен договор на поставку товара, товар не был поставлен, заказчик договор расторг, но в реестр недобросовестных поставщиков не попал этот победитель. Смотрите, в данном случае у нас установлен срок по направлению сведений в реестр недобросовестных поставщиков, но, соответственно, все сведения, то есть протокол, допустим, по внесению в реестр недобросовестных поставщиков, все сведения по тому победителю, который оказался недобросовестным поставщиком, направляет должностное лицо заказчика. И здесь, конечно, сейчас в рамках кодекса об административных нарушениях установлены штрафные санкции на заказчика и в рамках 44-го, и в рамках 223-го за ненаправление сведений. Но, опять-таки, это только в случае, если кто-то из поставщиков, либо там потенциальных поставщиков увидит это и, соответственно, направит обращение в Федеральную антимонопольную службу, тогда будет какое-то разбирательство и уже представление в правоохранительные органы о том, чтобы на заказчика возложили штрафную санкцию. Соответственно, ФАС не отслеживает те закупки, по которым не подаются сведения в реестр недобросовестных поставщиков. То есть здесь идет фактически это функционал заказчика, который пока, к сожалению, не отслеживается.
только в случае, если подается какая-то жалоба и, соответственно, какое-то обращение в Федеральную антимонопольную службу, что заказчик не исполняет в надлежащем порядке требования законодательства. Если у вас еще остались вопросы, готовы ответить, задавайте. Видела вопросы, посоветуйте CRM-систему. CRM-систем сейчас уже порядка 16 на рынке зарегистрировано. Все они разные. Здесь вы, конечно, можете посмотреть опциональную систему Bittrex, которая у вас будет интегрирована с отделом продаж, и, соответственно, у вас это будет все в рамках единой CRM-системы. У них, кстати, очень функционал, очень удобный, схож с как раз функционалом обычного Bittrex, который отслеживает продажников. Плюсом, соответственно, также регистрация на доп-секциях тоже, да, еще раз обращу ваше внимание, что в каждой дополнительной секции нужно зарегистрироваться отдельно. Требуется ли специальное обучение для внедрения CRM-систем? Ну, фактически, смотрите, при внедрении CRM-системы вам важно что? Увидеть и, соответственно, зафиксировать. Чтобы у вас была качественная аналитика, чтобы у вас выставлялись задачи по закупочным процедурам и, соответственно, чтобы у вас работал поисковик. Соответственно, в данном случае это основные моменты, по которым вы выбираете CRM-систему. По внедрению CRM-системы вам очень важно выстроить бизнес-процесс внутри CRM-системы. И, соответственно, также выстроить по функционалу задачи, на кого вы будете распределять по, соответственно, менеджерам, да, в зависимости от орг-структуры тендерного отдела, и, соответственно, также по, допустим, финансовому управлению, по просчетчикам тендеров, которые будут маржинальность проекта рассчитывать, и, соответственно, по руководителю отдела, который будет принимать решения, будете ли вы участвовать в соответствующей закупке, либо нет. То есть это вот основные моменты. Если вам требуется какое-то дополнительное обучение для внедрения этой CRM-системы, то вы, конечно, можете его пройти, но опять-таки все зависит от той CRM, которую вы выберете. Как в Bittrex интегрировать торги? Через отдельное приложение Bittrex? Да, да, в Bittrex интегрируется через приложение. То есть, соответственно, вы выстраиваете поисковик и через поисковик выставляете задачи там на подготовку заявки и соответствующий последующий функционал. Соответственно, также сейчас на вашем мониторе появился опрос. Прошу не расходиться и пройти соответствующий опрос для того, чтобы мы улучшили наши учебные вебинары и, соответственно, ту информацию, которую вы сможете получить в открытом доступе и, соответственно, проконсультироваться напрямую с экспертом электронной торговой площадки «Газпромбанк». Соответственно, также вы можете оставлять еще вопросы в чате. В случае, если я отключусь, то мы еще дополнительно ответим на них в письменном формате и, соответственно, в рассылке, которая будет доступна вам уже после прохождения вебинара. Цена при заключении договора по запросу предложений в рамках 223 федерального закона для участника, не применяющего НДС, должна устанавливаться в том же размере, что и для участника на общем режиме налогообложения или за вычетом НДС. Смотрите, тут момент такой, как определяет цену договора заказчик. То есть если он включает все налоги и сборы, то, соответственно, цена идет, точнее, оценка стоимостного критерия по цене идет со всеми налогами и сборами, то, соответственно, это неправомерно. Если же заказчик указывает в своей закупочной документации о том, что оценка предложения осуществляется за вычетом НДС,
то в данном случае это будет правомерно. Но опять-таки у нас на практике есть очень противоречивые решения, допустим, там питерского УФАС. Ну, я еще этот вопрос вам в письменной форме отвечу на электронную почту, которую вы оставили при регистрации, с указанием как раз решений, конкретных решений ФАСа, которые представляли, что где-то это неправомерно, где-то правомерно. Опять-таки, все зависит от того, как это указано в закупочной документации и как указана система оценки по стоимостному критерию в качестве цены договора. От Татьяны вопрос на ваш вебинар, который состоится 16 июня. Как записаться? В рассылке ошибка даты. В ближайшее время будет исправлено. Соответственно, вы можете написать на электронную почту, которая была указана на слайде, но в ближайшее время модераторы все исправят и в течение одного дня появится корректная дата, и вы сможете записаться на этот вебинар. Итак, коллеги, отключаюсь. Спасибо вам за активность, высокую активность. Надеюсь, вебинар для вас был полезен. Прекращаю вещание. Всего доброго.